Закон о садоводстве исключил из правового регулирования дачи и дачные хозяйства. С 1 января 2019 года официально существуют только садовые и огородные участки или некоммерческие товарищества. При этом на огородных участках нельзя будет строить объекты недвижимости, за исключением временных построек, предназначенных для хранения инвентаря и урожая. Что же касается садовых участков, то в связи с вступлением в силу закона о садоводстве с 1 января 2019 года у граждан появилась возможность строить на них жилые дома, в которых можно будет прописаться. Раньше возведенные жилые строения в силу закона признаются жилыми домами, а ранее созданные нежилые строения, не являющиеся хозяйственными постройками, предназначенные для временного проживания, приравниваются к садовым домам. При этом, если в силу закона жилое строение признается жилым домом, это не влечет последствий для граждан в виде исключения из числа очередников на жилые помещения. Оформить в собственность жилой дом на садовом участке с 1 января до 1 марта 2019 года можно без уведомления о строительстве. Для этого нужно пригласить кадастрового инженера, который подготовит технический план дома, а затем обратиться в орган регистрации прав с заявлением о государственном кадастровом учете и оплатить пошлину в размере 350 рублей. В ином случае после 1 марта придется подавать в орган местного самоуправления уведомление о начале и окончании строительства с приложением необходимых документов.